Более месяца назад Кэтрин из австралийского общества спасения кошек Cat Rescue 901 получила информацию о родившихся у домашней кошки слабых недоношенных котятах. Спасатели приехали на вызов и забрали этих котят, позже они простерилизовали и саму кошку. Ветеринар подтвердил, что они недоношенные и шансы на спасение у них небольшие. Сразу после осмотра один из котят умер, и в живых осталась лишь пестрая кошечка, которой дали имя Хейзел. Кэтрин и ее друг бережно заботились о котенке, но через несколько дней у Хейзел началась пупочная инфекция. К счастью, ее удалось побороть, но за последующие пару недель было еще несколько случаев, когда Кэтрин боялась, что котенка уже не удастся спасти, и он обречен. Хейзел оказалась очень стойкой и всеми силами цеплялась за жизнь. Когда она подросла, то начала мурлыкать, свернувшись клубочком на ладони Кэтрин или ее друга. Когда Хейзел открыла глазки и стала набирать вес, страхи ушли, теперь у Хейзел появились все шансы побороть неприятности. Чем старше становилась Хейзел, тем больше проявлялся ее характер. Она оказалась очень ласковой, избалованной и энергичной. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.